Улица маршала Жукова – одно из самых оживленных мест в городе. Школьники спешат на занятия, водители – на работу. Здесь на трех нерегулируемых пешеходных переходах одинцовские автоинспекторы вместе с инициативными родителями провели очередной профилактический рейд. У нас очень много детей страдает именно на пешеходных переходах. Поэтому на каждый пешеходный переход ДПС не выставишь. И у нас такая появилась необходимость в обязательном привлечении родителей. Необходимость создания родительских патрулей в Одинцовском районе для контроля безопасности детей на дорогах обсуждалась давно. К нам в сообщество родителей Одинцовского района обратились представители нашего Одинцовского ГИБДД и попросили помочь сделать вот такую очень нужную, на их взгляд, акцию. И мы обратились в школы города Одинцова с просьбой провести определенное анкетирование среди родителей и узнать, кто бы хотел присоединиться к такому движению. В нашем районе акция «Родительский патруль» проходит во второй раз. К волонтерскому движению уже присоединились более 30 неравнодушных мам и пап. Объясняю, что нужно внимательно смотреть направо-налево при переходе пешеходного перехода. И не только смотреть, а еще контролировать движение машины. Все равно не исключить тех людей, которые нарушают и будут нарушать. Но в наших интересах постараться предотвратить. Организаторы движения «Родительский патруль» считают, что такие совместные рейды необходимо проводить в Одинцовском районе регулярно. Они уже доказали свою эффективность. Анна Пряхина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».